Всем привет! Как мы знаем, в следующем году мы увидим самый технологичный смартфон 2021 года. А именно Oppo Find X3 Pro. Третье поколение так называемой экспериментальной линейки будет иметь сразу три новых модели. И вот сегодня известный, а самое главное авторитетный инсайдер Эван Блас сообщил технические характеристики старшего брата, а именно Oppo Find X3 Pro. Основные фишки его — это нереально крутой экран на 120 Гц, основная камера Sony IMX766 на 50 мегапиксель, быстрая зарядка Super 2.0 на 65 Вт, и многое другое. А теперь поподробнее. С вами канал Техноум. Поехали! Как говорит сама компания, смартфон Oppo Find X Pro сможет пробудить цвет. Это означает, что флагман получит лучший дисплей на рынке в 2021 году. И это не пустые слова. Смартфон получит 10-битную панель с диагональю 6,7 дюймов. Разрешение будет 3216 на 1440 пикселей. Это очень хороший результат. На данный момент конкурентов очень мало. Сие чудо будет иметь адаптивную частоту обновления от 10 Гц до 120 Гц. Такое решение мы совсем недавно видели в смартфоне Samsung Galaxy S20 Ультра. Сердцем смартфона Oppo Find X3 Pro выступит мощный энергоэффективный процессор Snapdragon 888, который должен стать настоящим королем в тестах производительности. Еще одним немаловажным фактором для покупки будет выступать основная камера. Она будет состоять из четырех модулей, два из которых выступит флагманский сенсор Sony IMX766 на 50 мегапиксель. Первый это, конечно же, широкоугольный, а вот второй будет сверхширокоугольный объектив. Также вспомогательные датчики — это телевик на 13 мегапиксель с поддержкой двухкратного оптического зума и уникальный сенсор 3-мегапиксельный микроскоп с 25-кратным зумом. Конечно же, смартфон Oppo Find X3 Pro будет поддерживать технологию NFC, но не простую, а золотую. Мы получим двойную антенну, позволяющую совершать бесконтактные платежи независимо от ориентации устройства, что очень облегчает процесс оплаты. То есть можно и задней стороной смартфона, и передней, на ваш выбор. Чтобы сделать корпус флагмана достаточно тонким, толщиной всего 8 мм и весом 190 грамм, производитель вынужден был сделать две аккумуляторные батареи с суммарной емкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки Super 2.0 на целых 65 Вт. Что немаловажно, смартфон Oppo Find X3 Pro будет поставляться с фирменной оболочкой Color OS 11. На базе, конечно же, Android 11. Гаджет будет выпущен в трех цветовых исполнениях: черный, синий, белый. Премьера флагмана должна состояться на начало второго квартала следующего года. Ну что же, ребята, на мой взгляд, компания Oppo с каждым годом просто делает бомбические смартфоны. Это вам не компания Samsung, это вам не компания Apple и так далее. У кого, например, есть смартфон от компании Oppo? На данный момент я не знаю ни одного пользователя. А вот компания Samsung и Xiaomi и так далее сейчас очень-очень востребован. Компания Oppo сделает в следующем году самый лучший смартфон в мире, который получит бомбический экран, бомбическую производительность, камеру, которая вообще должна войти в топ DxOMark и так далее, быстрая зарядка на 65 Вт. Все, лучше данного смартфона, на мой взгляд, в следующем году вряд ли мы увидим. Ну, конечно же, нас ждет S21, конечно же, нас ждет Mi 11 от компании Xiaomi и так далее, множество смартфонов, но самое главное, сколько будет стоить данный флагман. А как мы знаем, компания Oppo всегда предоставляет максимум возможностей за минимальные деньги. Это очень хорошо, потому что есть конкуренция, потому что мы можем купить такой смартфон и получить все самое топовое, все самое лучшее на 2021 год. Вуаля, покупаем и пользуемся. А какой смартфон получится, узнаем чуть-чуть попозже. С вами был канал Техноум. Кому понравилось видео, ставим лайки, подписываемся на канал. Всем спасибо, всем пока.